Всем доброго времени суток. Сегодня расскажу о такой добавке, как мелатонин. Итак, мелатонин – это гормон, вырабатываемый эпифизом. Принимает участие в синхронизации биоритмов, благодаря чему и получил свое название гормона сна. Также имеет комплексное воздействие на иммунную систему. Основные эффекты мелатонина таковы. Это восстановление ритма сна, облегчает засыпание и снимает дневную сонливость. Замедляет процессы старения, улучшает психическое состояние и настроение, имеет антистрессовый эффект и нормализует артериальное давление. Использование данной добавки будет актуально для людей, испытывающих психоэмоциональные либо физические перегрузки. Как известно, восстановление происходит во время сна. Попробуйте, и вы убедитесь в эффективности. Спасибо.